Хулиганы, а затем и врачи едва не отправили на тот свет молодого парня из Городца. И первые уже оказались на скамье подсудимых. Напомню, год назад у одного из городецких клубов завязалась драка, в результате которой был зверски избит Илья Чугунов. Вот запись с камер видеонаблюдения. Помню удар, у меня помутнел сознание маленько. Я отбивался. А дальше все. Такая рубашка была, когда меня его привезли домой. Вот вся черная, вся грязная. Поскольку его избивали ногами, лежащего на земле, и вот эта толпа, 5 человек, вот пинала. Все удары, что ногами, что руками, носились четко в лицо. В голову. Потому что на голове нет ни одного вообще живого места. Все в этих шишках. Глаза тоже обыкрали. Они его с ног свалили и еще 30 минут пинали просто бездыханное тело. Это вот просто уже зверство, я не знаю, в какой степени. Пострадавший Илья Чугунов чудом остался жив. За то жестокое избиение на скамье подсудимых оказались трое. Двоих сразу заключили в камеру, одного оставили под подпиской о невыезде. Перед началом судебного заседания они попытались скрыть свои лица. Почему вы прячете? Вы знаете, чем вас обвиняют? Ну и что, избили? Ничего такого, а тут сразу в суд. Из какого-то два раза ударили. 7 лет дать? Это считает нормально. Они были полностью уверены, что ничего не будет. Для них это шок, что это было доведено до суда. Вот то, что сейчас происходит, для этих обвиняемых просто шок. Кулаков Дмитрий Владимирович. Я не буду говорить. У нас ребенок маленький. Ждем второго. Должно наказание такое, которое они его заслужили. Ведь сами поймите, ведь тяжкие телесные повреждения, перелом основания черепа. Ну я-то не бил его. Я дрался с другим, вообще с вашим другом. А так, чтобы я его избивал там, чтобы сильно тяжкие телесные у него были, такого не было. Ну, мне кажется, они все-таки боятся то, что их посадят, потому что они понимают то, что они виноваты. Мой подзащитный Семен Иван Дмитриевич виновным у себя к предъявленному обвинению не признает в полном объеме. Целиком разделяю и поддерживаю позицию подзащитного. Почему вы считаете, что мы вас наговаривали? А потому что вы интриганты. По статье «Причинение тяжкого вреда здоровью группы лиц» подсудимым грозит до 12 лет лишения свободы. Но в рамках этого судебного процесса накажут только часть виновных, а еще один судебный процесс впереди. Родственники пострадавшего намерены наказать врачей, которые едва не завершили то, что начали нападавшие. Когда истекавшего кровью Илью Чугунова с переломом основания черепа привезли в больницу, то местные врачи просто отказались оказать ему помощь. Он сидит в коридоре один. Целый час сидел, выкинули. Он говорит, меня выкинули. Открываю туда к ним в приемную дверь, говорю, девушка, позовите врача. Врач занят. Я говорю, ну, может быть, как-то мы его не будем госпитализировать, у вас только ушибы. Попьете обезболивающее? Я говорю, пусть он у вас полежит. Сейчас полежит, он уже наотдыхался тут. Нормально. И что крови тут нам все обморал. Экстренную помощь они нам не оказали, да, врачи. Они как бы выдворили нас в таком состоянии из больницы и дверью хлопнули мне перед носом. С черепно-мозговой травмой, с переломом черепа выписали, вернее, выкинули нас прямо после избиения отсюда в ночь. Не может даже увидеть, что перелом черепа, основание черепа у человека. Ну вот, девочки, а почему вы не посадите? Вот мы же при вас привезли. Почему вот вы все выгнали меня передо мной дверь закопаны, сходите, побьете обезболивающего? Вот идет врач Соль. Вот он, да. Вот здравствуйте, молодой человек. Вы нас выгнали из больницы. Где вот он, Маша? Кстати, вопреки действиям своих городецких коллег, Илью Чугунову тогда спасли нижегородские врачи. Парня госпитализировали в 39-ю больницу, где ему поставили верный диагноз и вылечили.